Тяжелоатлетический зал – настоящая кузница силы. Знатоки в один голос утверждают, что главное оружие Власова – его ноги. И, как видите, они не ошибаются. Стальной гриф гнется под тяжестью веса. Впервые взявшись за штангу, Власов мог поднять только 70 килограммов, а сейчас на штанге 270. За одну тренировку 25-летний чемпион поднимает в общей сложности 20 тонн металла.